Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает скорейшего решения языковой проблемы, возникшей между Украиной и Венгрией. Об этом он заявил во время заседания парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве. Политик также сообщил, что сегодня в Брюсселе состоится заседание комиссии НАТО-Украина на уровне послов, которое Венгрия не блокирует. Напомню, Будапешт официально инициирует в Североатлантическом альянсе пересмотр всех программ поддержки Украины и третий раз блокирует проведение комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к украинскому закону об образовании.